Доброе утро, дорогие друзья. Меня зовут Анатолий. Я нахожусь на новогодних базарах во Владикавказе. И вот здесь есть сосны, елочки. Все к Новому году. И цены достаточно разнятся. От 500 до 5000 рублей. А есть даже, как мне сказали, даже 20 тысяч. До 20 тысяч есть такие тоже елки. И все это имеет место быть. Жаль только, что большинство все-таки останутся нераскупленными. И, естественно, экология и природа от этого страдает. Но, как бы там ни было, привычка и традиции людей берут свое. И хотят в семьях порадовать своих детей, внуков. И не просто елкой, но еще украшенной елкой и подарками под нею. Традиции идут издревле. Традиции, кстати, языческие, но это имеет место быть.